Если ваш талант вылетел в трубу, то у вас есть возможность попасть на Олимпиаду. Уже на играх 2024 в Париже пройдут показательные выступления по аэротрубному спорту. А спустя еще 4 года появится возможность включения этой дисциплины в официальную программу Международного олимпийского комитета. Эти и другие интересные детали мы узнали, посетив открытое первенство области. Еще недавно мастера этого направления должны были совершать прыжки с самолета вместе с оператором. Выполняли в воздухе необходимое количество фигур, и уже после на земле судьи отсматривали видео и именно по нему выставляли оценку. Появление аэротруб не только заметно упростило процесс, но и придало ему зрелищности. Это отличная альтернатива для подготовки к прыжкам. То есть это стоит гораздо дешевле, чем прыгать с парашютом. И можно учиться гораздо быстрее и в, так скажем, более спокойных обстоятельствах. Более спокойная обстановка, ты не боишься, что у тебя скоро земля, нужно открывать парашют. В этом плане это, конечно, плюс. На данный момент аэротруба является дисциплиной парашютного спорта, и многие, кто приходит, они могут для себя выбрать. Либо применить все знания, умения, навыки, полученные в трубе, в парашютном спорте, либо они могут соревноваться отдельно в трубе. Преимущество аэротрубы состоит в том, что это абсолютно безопасный вид спорта по сравнению с парашютным, и он доступен даже детям. Ты как себя почувствовал сейчас человеком-пауком? Ну, можно сказать, да. Что понравилось, что было трудным самым? Просто в потоке чувствуешь напряжение, и как можно почувствовать, ты в воздухе летаешь. Аэротруба – это по-настоящему многофункциональное средство. Оно используется и в промышленности, и при подготовке космонавтов, и в сфере развлечений. А теперь еще и в спорте. Критерии оценки очень простые. Это правильность построения фигур, которые должны быть, правильной последовательности, правильные захваты, правильное перестроение спортсменов относительно друг друга. Это все четко прописано в положении и правилах, и спортсмены должны выполнять и показывать судьям правильно это. Поэтому, если они делают неправильные захваты, штрафуются. Если они там касаются сетки, тоже штрафуются. Если они делают неправильное построение фигуры или перестроение, то за это тоже начисляются штрафные баллы. Принцип этого вида тот же, что и прежде. В свободном падении спортсмен должен выполнять акробатические фигуры. Но делать элементы в аэротрубе, согласитесь, приятнее. В зависимости от категории участникам дается на полет от 1 до 1,5 минут. При этом не надо думать ни о погоде, ни о безопасности. Есть возможность у уже профессиональных парашютистов здесь свои навыки совершенствовать. И также начинающие парашютисты, которые вообще никогда не прыгали, здесь летают, и как бы вполне замечательно есть имитация свободного падения. Психологически гораздо легче, чем реально прыгать с прыжком. Преимущество аэротрубы еще и в том, что присутствовать в непосредственной близости от эпицентра событий могут и болельщики. Да и тренировочный процесс стал доступнее. Тренировки проходят примерно так же, как вы наблюдаете сами соревнования, только чуть-чуть более размеренно, да, меньше нервов, такого плана истории. А так все то же самое, нарабатываются блоки, нарабатывается то, что нужно летать, тренируется мастерство. В общем, наверное, как в любом другом спорте. Стандартно мы летаем 2 раза в неделю в трубе в Екатеринбурге и в штатном режиме в течение года готовимся к соревнованиям. Денис Козлов взял 2 золота открытого первенства Тюменской области. Среди участниц до 18 лет все медали достались хозяйкам соревнований. Победила Снежана Холкина. В групповой акробатике наибольшее количество очков набрала команда «Животные» из Свердловской области. Тюменский флай-дуэт показал 2-й результат.